Друзья, привет! Продолжаем тренировочный процесс на Уктусе, база ЦСКА, и очередной отзыв о нашей программе, которая называется «Богатырская сила». Павел, что скажешь в целом о нашей программе? Мне эта программа очень понравилась. Она была очень, активной. Мы постоянно где-то бегали, ходили, не сидели на месте, развлекались, играли. В целом было очень интересно. Паша, скажи, сам вообще долго занимаешься? Занимаюсь, нет, недолго. Вот первый опыт только получил. Ну и как в целом, понравилось? Да, как, понравилось. Как вид спорта, допустим? Да, понравилось. Хотел бы в дальнейшем заниматься самбо? Ну да, хотелось бы. Очень увлекательный вид спорта. Скажи, Паша, что вот в тренировочном процессе, может быть, в каких-то видах тренировок тебе больше всего запомнилось, может быть, понравилось? Верно, мне больше всего понравились всякие броски, потому что они были по-своему разные очень, и было интересно очень их изучать. Здорово. То есть ты первый раз вообще в лагере на спортивных сборах присутствовал? Или да. Когда-то уже был опыт? Да, первый раз, да. Еще планируешь приехать? Да, планирую на следующий год приехать летом. Угу, классно. Что-то можешь посоветовать ребятам, которые после тебя приедут и также будут заниматься, включатся в нашу программу, будут вместе с нами тренироваться? Я желаю, чтобы они зарядились позитивом, чтобы они здесь провели очень хорошо время, потому что это действительно классный лагерь. Всем советую сюда приехать. Классно, спасибо. Ну, все, Паша, тебе успехов спортивных и всего самого классного. Давай удачи. Спасибо. Все, друзья, счастливо, до новых встреч.